встречу в, на онлайн-платформе. А, друзья, в онлайн-платформе! Привет, друзья! Да, я забыла нажать старт, да? Хорошо. Хорошо, друзья. Сегодня наша тема – это университет. Университет. Очень важная тема, как я сказала. Может быть, вы уже взрослый, да, взрослый, но вы, может быть, хотите учиться в университете в России, или если у вас дети, вы, ваши дети скоро будут в университете, да, это важная тема. Так, привет, Джоан, привет, Мишина, всем привет. Хорошо, я училась в университете, я училась в университете в России только один год. Только один год я училась в университете, потому что потом я поехала учиться в университете во Франции. Но я знаю много про университеты в России, потому что в России, чтобы поступить в университет, поступить, значит, начать учиться в университете, это непросто, это непросто. Да. Если вы не хотите платить деньги, это непросто. А, хорошо. И да, поступить, поступать, поступить – это важный глагол, да, поступать, поступить в университет. Угу. Поступать, поступить. Поступать, да, когда я говорю, пожалуйста, повторяйте, что я говорю, да, поступать, поступить в университет. Так, привет, Рената, привет, Карла, привет, из Бойси, отлично. Да, в России, как в России поступить в университет? Когда я училась в школе, это было 15 лет назад. 15 лет назад я училась в школе в России. Некрасиво. Угу. И тогда это было непросто. Это было непросто поступить в университет, потому что было много университетов. Привет, Катрин из Франции, привет. Было много университетов, и в каждый университет надо было сдавать экзамен, да? Сдавать экзамен. И не один, да, обычно три или четыре. Сдать экзамен. И когда... И эти экзамены, они были одновременно. Одновременно, значит, все вместе, да, все экзамены были вместе. И вы могли поступать только в один или два университета, потому что вы не могли быть в один день, в этот день в двух-трех университетах, да. Значит, у вас был обычно только один шанс. И это было очень трудно, и очень много людей. Это было непросто поступить в университет. Много-много работать нужно было. Но сегодня в России есть ЕГЭ. ЕГЭ. ЕГЭ – это единый, значит, один, государственный. Государство – это президент, да. Единый государственный экзамен ЕГЭ. Уже 10 лет, я думаю, да, 10 лет есть ЕГЭ. И вы сдаете, да, я сдаю, вы сдаете экзамен по математике, по русскому языку. ЕГЭ – это как тест. Все ученики, все дети сдают почти одинаковый экзамен. И потом результаты идут, идут в комиссию, да. Привет, Шанель, привет,
Ильдефонса, привет, привет, привет. Да, и эти результаты идут в комиссию, и потом каждый университет говорит, какие результаты я хочу. Если у студента хорошие результаты, это хорошо, мы берем. Да? Если нет, то нет. Но это значит, это очень хорошо, потому что один студент может отправить свои результаты во много университетов. Это очень хорошо. Я не могла это сделать. Да? Я вижу, что есть русскоязычные люди, которые смотрят. Татьяна, да? Может быть, вы можете написать, как это, согласны ли вы со мной? Да? Да, и сегодня есть эта система ЕГЭ. Это значит, что студент может отправить результаты. В конце школы каждый ученик получает аттестат. Вы видите, у меня есть аттестат. И этот аттестат, там есть, вот вы видите, Татьяна Климова. Там есть оценки. Я не хочу, чтобы вы видели мои оценки, но вот оценки. Оценки – это значит, как вы знаете этот предмет. Предмет. Предмет – это что вы учите. Русский язык – это предмет. Математика – это предмет, да, что вы учите? Ну, максимальная оценка – это 5, да, 5. Угу. У меня 5 и 4, да, отлично и хорошо. Отлично и хорошо, да. По математике у меня 4, но я не уверена, что это реальная оценка, да? Ну, у меня хороший аттестат, но не идеальный. Ну, неплохо, неплохо. Французский язык 5, да, французский язык 5, литература 5, русский язык 5. Это мои, для меня это были три главные три вещи, предметы для меня. Да, значит, сегодня русские молодые люди могут отправить кандидатуру в несколько университетов. Это очень хорошо, такая хорошая система. Дорогие друзья, пишите, какая система в вашей стране? Это похоже на русскую систему? Похоже или не похоже? Да? Привет, Филипп из Франции. Даниэль пишет, Татьяна отличница. А, спасибо. Спасибо, Даниэль, но отличница – это когда все 5. Отлично, отлично, отлично. Я была хорошистка. Хорошистка – это когда есть 5 и 4. Да, хорошо. Так, сколько лет идет университет в России, Джереми? А раньше было 5, и потом магистратура, но сейчас, как в Европе, да, есть бакалавр, да, да, мне кажется, есть несколько этапов, да, есть бакалавр, магистр и специалист. Это, по-моему, специалист, я думаю, 6 лет, да, но классические люди в России учатся 5 лет обычно, 5 лет. И очень интересный факт, в России очень много людей учатся в университетах. Люди получают высшее образование. Высшее образование значит хороший диплом, 5 лет. Да, в России очень высокий процент высшего образования. И это чуть-чуть менталитет, потому что даже когда
Например, человек хочет работать в гараже или нет, в механиком или булочником. Родители говорят: нет, нет, нужно получить диплом юриста, нужно получить диплом врача. И я не уверена, что это хорошо, но с другой стороны, on the other hand, с другой стороны, у людей хороший уровень образования, да. В России люди знают классиков, классическую литературу, да, это хорошо. Джереми, сколько процентов идут в университет? Джереми, я не знаю, но я думаю, что может быть, я не уверена, но может быть 70, 80, 70%, я думаю. Да, я думаю так. Да, это неплохо, да? Хорошо, хорошо. Да, интересный факт. Мы говорили о ЕГЭ, единый экзамен. Сейчас есть иностранные языки официальные, по которым есть этот ЕГЭ, единый экзамен, большой экзамен. Но скоро будет еще плюс китайский язык. Английский, французский, немецкий, испанский. И плюс скоро будет китайский. Это интересно, да? Почему не японский, китайский? Хорошо. Да, что еще можно сказать? Это интересно, я живу во Франции, и во Франции есть университет, а есть высшие школы, Grande École, да, высшая школа. И это очень разные вещи, да. Например, во Франции, если я говорю человеку: «А, ты был в каком университете?» Он говорит: «Нет, нет, нет, я не был в университете, я был в инженерной школе». Да? Это есть университет, да, есть инженерная школа или политехническая школа. Но в России, да, есть школы, тоже высшая школа экономики, да, но это как университет. Университет может быть более престижным, чем эта школа, например. Да? То есть в России университет — это не негативное слово, как, например, во Франции. Да? Это нормально, это хорошо. Да? Поэтому университет, институт — это значит место, где вы получаете хороший диплом. Еще одно интересное слово. Университет, институт, высшая школа. Мы говорим вуз. Вуз. Да? Вуз. Вуз – это высшее учебное заведение. Заведение – это место. Да? Высшее учебное место. Заведение – это организация, институт, вуз. Да, университет, высшая школа. Да, вот такая интересная система. Да, интересная такая вещь, русская вещь, это олимпиада. О, олимпиада. Что это? Олимпиада — это конкурс, да, competition, конкурс в школе. И это по разным предметам, по математике, по французскому языку. И когда вы еще в школе, не в университете, если вы очень сильный ученик или ученица в каком-то предмете, вы участвуете в олимпиаде. Например, я участвовала много в олимпиаде по французскому языку. И у меня, например, было первое место в районной олимпиаде. Район — это не регион, район — это как часть города, да. И первое место, да, видите, я была в 10-м
где-то в 10 классе. Угу. И потом у меня было третье место в региональной олимпиаде, регион. Это уже больше, да, это уже больше людей. И если у вас было хорошее место, хороший результат в олимпиаде, вы могли не сдавать некоторые экзамены в университет. Например, когда я была в школе, я могла не сдавать экзамен по французскому языку. Это был автоматом хороший результат. И сейчас ЕГЭ, это не важно, да, но тогда это было важно, потому что сдавать экзамен – это стресс, да. Вот, и, но я хотела поступить в очень престижный университет МГУ. Я сдавала историю, да, историю, да. И, к сожалению, так, Франклин, не звоните, пожалуйста, мне. Сейчас идет конференция, да. Да, и, да, что я говорила? Да, я сдавала историю, и история, к сожалению, у меня был плохой результат, но я поступила в другой хороший университет. Это университет в Нижнем Новгороде, лингвистический университет. Это было очень хорошо. Да, значит, если у вас хороший результат на олимпиаде, да, значит, вам не нужно сдавать один экзамен или больше. Это интересная система. Друзья, пишите, у вас есть как олимпиады, конкурсы в вашей стране, как в России? Это интересно узнать. Пишите. Угу. Хорошо. Интересная лексика. Лексика университета. Если вы хотите поступить в университет, но вы еще не поступили, мы говорим абитуриент. Абитуриент. Это человек, который хочет учиться в университете. Абитуриент. Например, на сайте университета иногда пишут для абитуриента, да, информация для абитуриентов. Если вы в университете или в универе, универ, мы говорим студент. Студент. Угу. Если вы уже вышли из университета, вы получили диплом университета, мы говорим выпускник. Выпускник. Выпускник университета, да, выпускник. Угу. А, Стоян, в Болгарии тоже есть олимпиады. Интересно, хорошо, да. Выпускник. Например, мы говорим «я выпускник» или «выпускница лингвистического университета». Например, «я выпускница французского университета, да, факультета французской литературы и коммуникации. Выпускница». Хорошо? Так, дальше. Ага, дорогие друзья, вы знаете, как называется урок в университете? Как называется урок в университете? Есть специальный интересный термин. Так, друзья, реагируйте в онлайн-платформе, в Фейсбуке. Есть специальный термин, как мы говорим, урок в университете. Кто может написать? Кто знает? Кто знает, пишите. Угу. Так, я думаю, что Татьяна знает. Татьяна может не писать, но... Даниэль, занятие. Занятие очень хорошо, Даниэль. Занятие – это очень общий урок. А, молодец, Ямен, молодец. И Татьяна, молодец. Угу, молодец. Занятие, хорошо, у нас есть четыре слова. Есть занятие. Занятие – это очень общее, например,
Танцы – это занятие. Да? У меня сегодня занятие, я иду на танцы. Евангелос, а нет, Евангелос – предмет. Нет, предмет – это в школе тоже. Математика – это предмет. Да? А русский язык – это предмет. Да, занятие – это очень общее. Потом есть урок. Урок – это в школе, в университете тоже, да, урок – это тоже очень общее. Лекция, есть лекция. Лекция – это когда обычно… Лекция – это от слова lecture, да, это читать. И лекция – это когда один профессор читает что-нибудь, и студенты… Да, спят. Да, ну, если лекция интересная, иногда студенты слушают, но обычно спят. Это лекция. Да, и в университете у нас пара. Да, Емин, молодец, написал хорошо. Пара, пара. Почему пара? Пара значит два. Так, друзья, лайкайте, лайкайте в Фейсбуке. Так, пара – это два. В университете профессора думают, что один урок – это недостаточно. Для студентов надо больше времени. Поэтому пара – это два раза по 45 минут. 45 минут – это один академический час. Академический час – это как один час в университете. И пара – это два академических часа, 90 минут, 9-0. Пара – это урок в университете, два урока вместе. Это обычно 90 минут. Хорошо? И я хочу сказать, что это трудно, потому что, да, полтора часа сидеть в классе – это трудно. И обычно у студентов обычно три пары каждый день. Две-три пары, обычно три. И вы можете посчитать, что это очень много информации. Три пары – это почти пять часов, да, это много, пара. Хорошо. Ага, еще есть слово «курсы». Курсы. Очень часто люди говорят: у меня сегодня курс русского языка. Да, это неправильно. Мы не можем сказать: сегодня у меня курс русского языка. Нет, нет, нет. Курсы или курс обычно это много уроков, много занятий. Это что-то, что есть начало, есть конец. Да, вы знаете, что это не долго. Хорошо? Например, мы можем сказать: я хожу на курсы вязания, вязать. Я хожу на курсы вязания. То есть я хочу научиться вязать свитер, и потом будет конец. И курсы обычно это в школе, в организации. Обычно это что-то, что вы не должны делать, но вы хотите. Да, это курсы. Но мы не можем сказать один курс. Да, мы говорим: у меня урок. Хорошо? Так, дорогие друзья, вам интересно? Я надеюсь, что это интересно. Я думаю, что в России интересна и хорошая система университетов. А, я забыла сказать, если вы не сдали экзамен, да, если вы не сдали экзамен, тогда вы должны платить. Вы должны платить много, я думаю. Университеты дорогие в России. Я не знаю, сколько, но вы можете учиться бесплатно, если у вас хорошие результаты, или вы можете платить. Я думаю, это неплохая система, потому что если у вас есть талант, если вы хорошо работали, вы не должны платить, но, к сожалению, но если вы не сдали экзамены, вы можете получить диплом, вы можете платить. Да, мне кажется, это
хорошая система. Как вы думаете, друзья? Так? Хорошо. Теперь интересная лексика. Интересная лексика, смешная лексика. Если вы не ходите на урок, мы говорим прогуливать, прогуливать, прогулять урок. Прогуливать, прогулять урок. Друзья, повторяйте, повторяйте, когда я говорю, тоже повторяйте. Прогуливать, прогулять урок. Пишите примеры. Тренируйтесь, друзья, нужно практиковать. Пишите. Так, прогуливать урок. Например, я в университете прогуливала уроки физкультуры. Это спорт. Я прогуливала уроки. Но в этом университете, если вы прогуляли урок, можно было заплатить деньги. Да, но я не платила, у меня не было денег. Я в конце года ходила, занималась спортом интенсивно, чтобы получить оценку, потому что я прогуливала уроки физкультуры. Потом во Франции я не могла прогуливать, во Франции было очень строго, нельзя прогуливать урок. Так, Стоян, я прогулял урок, потому что Татьяна позвала в кафе. Это очень хорошая причина, reason, очень хорошая причина, я думаю. Так, другое интересное слово – это шпаргалка. Шпаргалка. Кто знает, что это значит? Шпаргалка. О, это очень русское слово – шпаргалка. Вы знаете? Так. Да, шпаргалка – это очень плохо, не надо это делать. Но шпаргалка – это когда вы не учили все, вы не готовы 100% к экзамену. И вы написали ответы на бумаге, например, да, на бумаге вы написали ответы, и потом вы эту бумагу прячете. Я прячу, например, сюда, да, так, и потом на экзамене я смотрю. Это шпаргалка. Когда я была в школе и в университете, мы делали шпаргалки, и учителя, они видели, но они не наказывали нас очень сильно. Но я думаю, что это очень плохо, и во Франции, например, я не делала, потому что во Франции, если вы используете шпаргалку на экзамене, вас могут исключить из университета. Да, это очень серьезно. Университета. Исключить из университета. А, Франклин говорит, в Венесуэле мы говорим чулета. А, интересно, чулета в Венесуэле, да? По-русски шпаргалка. Стоян, я не делаю шпаргалку. Даниэль, шпаргалка или конспект? Нет, конспект – это когда вы слушаете профессора и пишете, да? Ну, это абсолютно нормально, но шпаргалка, Даниэль, выручалка, да, шпаргалка-выручалка. Шпаргалка – это нельзя делать, но студенты делают, да? Хорошо, еще интересный глагол – для студентов списывать это копировать, когда другой студент пишет ответы, он знает, да, девочка в очках все учила, знает, а вы не знаете, и вы смотрите и вы списываете, да. Иногда, если это ваш друг или подруга, они не против, да? Вы говорите, я могу у тебя списывать на математике?
а ты будешь у меня списывать на физике, я не учил, хорошо? И вы списываете. Да? Так, если вы не сдали экзамен, если вы плохо сдали экзамен, фиаско, кошмар, мы говорим завалить экзамен. Завалить экзамен, да. Например, можно сказать, я читала роман всю ночь и завалила экзамен, потому что плохо спала и ничего не выучила. Завалила экзамен. Или, например, такая есть история, когда у вас большая любовь в университете, и вы вместо того, чтобы, instead of, вместо того, чтобы учиться, вы пишете любовные письма, ходите ночью на свидание и думаете о нем или о ней, и в результате вы завалили экзамен. Да, это очень плохо. Я никогда не заваливала экзамен. Заваливать, завалить. Так, Даниэль, по-английски cheat-sheet. Cheat-sheet – это шпаргалка. Да, хорошо. Стоян, хватит писать вульгарные вещи, как обычно. Так, хорошо. Сдавать, сдать экзамен. Сдавать, сдать – это очень интересный глагол, потому что сдавать, первый глагол, значит просто процесс, когда вы приходите на экзамен. А сдать – это значит хорошо сделать. Да? Значит, я сдавал экзамен, мы не знаем, какой результат, но я сдал экзамен – это информация, что результат хороший. Хорошо? Так, вот такие интересные факты. У меня для вас сюрприз, потому что завтра, 25 января, а что значит 25 января, кто знает? 25 января – это день в России, день кого? Кто может написать? Я жду. 25 января в России – это день студента. Это день студента. Да, это тоже Татьянин день. Мы говорим, это Татьянин день, день Татьяны, но тоже праздник студентов. Да, о, Татьянин день и день студентов. Да, день Татьяны, хорошо, да, это правда, но тоже день всех студентов. И студенты в этот день... Не знаю, что они делают. Они делают, может быть, праздники, вечеринки, да, день студентов. Так, дорогие друзья, еще, может быть, 10 минут у меня для вас интересные традиции студенческие, интересные факты. Есть традиция у студентов, это старая традиция, это традиция советских студентов. А, Эл-Саед. Завалить экзамен значит получить плохой результат. Плохой результат, да, самый плохой. Да. Лейн, праздник студентов всех возрастов? Я поняла, что вы хотите сказать. Дорогие друзья, обычно мы говорим студент, когда это в университете человек, да. Да, мы можем сказать, например, вечный студент, я вечный студент, но это немножко негативно в русском языке. Вечный студент, значит, он не работает, он всегда в университете. Но если вы, например, сейчас учите русский язык, может быть, вы не в университете, вы работаете, да, и вы учите русский язык, мы не можем сказать «я студент русского языка». Это не очень правильно по-русски. Мы говорим «я изучаю русский язык» или «я ученик». Да? Например, если вам 60 лет и вы учите русский язык со мной, вы не говорите «я студент Татьяны», вы говорите «я ученик Татьяны».
да, ученик, да, да, Лейна. Но мы можем сказать, что завтра день студентов и учеников. Хорошо? Так, хорошо. Да, традиция студентов. Так, привет, Анна из Словакии, привет. Есть такая традиция, что перед экзаменом нужно положить в обувь пятак, 5 копеек. Обувь, вы знаете, да, обувь, то, что мы носим на ногах, положить 5 копеек. А, у меня не обувь, да, у меня тапочки, но положить туда 5 копеек, когда вы идете на экзамен, да, это такая традиция, вот. Это старая традиция советская, но я не знаю, я не уверена, что сегодня студенты это делают. Но такая интересная традиция. Так, да, кстати, у меня есть статья об университете в блоге. Я писала статью о русских университетах. Можете посмотреть русский подкаст, блог. И еще два факта, интересных факта об университетах в России. Есть такой университет в Москве, называется МГИМО. МГИМО. Я думаю, что это международный государственный университет. Да, это МГИМО, это университет, дипломатический университет, я думаю. И этот университет в книге рекордов Гиннесса, книга рекордов Гиннесса, потому что там изучают 53 иностранных языка. 53 иностранных языка. Это очень много, да? И они в книге рекордов Гиннесса, потому что там изучаются очень много иностранных языков. МГИМО, МГИМО. Так, и еще один интересный факт, это, вы знаете, Российский государственный университет, очень красивый, МГУ, да, вы знаете МГУ, я думаю. И, дорогие друзья, вы были в Москве, вы видели МГУ? Пишите, дорогие слушатели, зрители, вы были в МГУ, вы видели этот прекрасный университет, очень высокий? Его построил Сталин, не очень хороший человек, но здание большое, очень красивое, МГУ. Вы видели МГУ в Москве? Пишите. И есть много зданий МГУ, но главное здание, там есть такие часы, большие часы, да? И эти часы – это самые большие часы в России. Да, есть Кремль у нас, там тоже есть часы, но часы на университете имени Ломоносова, да, стоят, они самые большие в России. И диаметр – это 9 метров. Это как, сколько? Как, почти как 5 раз я, да? 5 раз я – это 9 метров, да, 5 человек. 9 метров – это диаметр, и главная стрелка, вы знаете, стрелка на часах, стрелка – это 50 килограмм. Да, Франклин, это очень большое здание, да, это очень большое здание, и эта стрелка, да, это 50 килограмм, да, 50 килограмм. Вот такой интересный факт. И МГУ имени Ломоносова – это самый известный университет в России. Так, дорогие друзья, у вас есть еще вопросы? Если у вас есть вопросы, пишите, то пишите. Я могу ответить, если я знаю ответ. Так, дорогие друзья, я вижу, что здесь очень много дачников из клуба «Русская дача». Очень рада вас видеть. Да, Лейн, Карла, Ильдефонса, Рената, я тоже думаю, да?
Спасибо, что вы здесь. Дорогие друзья, если у вас нет вопросов, мы скоро с вами закончим. А, Лейн, есть в Москве другие университеты? Конечно, в Москве много отличных, престижных университетов. Я думаю, что зависит от специальности. Да? Например, мой брат ходил в институт имени Баумана. Бауман. Это очень престижный технический институт для людей, для инженеров. Очень Бауман, институт Баумана. И да, очень, очень много престижных университетов в России хороших. Я думаю, что в России очень хорошие математические, физика, математика и тоже лингвистика. Я думаю, что в России лингвистические институты очень хорошие. Да? Когда вы заканчиваете такой университет, вы просто прекрасно говорите на языке. Да? Я училась только один год в лингвистическом университете в России, только год. И я уже хорошо говорила по-французски, когда поступила. Но после года я приехала во Францию, я говорила без проблем, только год, потому что стандарты очень высокие. Хорошо? Так, дорогие друзья, мы заканчиваем. Спасибо большое, что пришли. Спасибо, спасибо. Пожалуйста, читайте. Завтра будет моя статья новая на блоге об отношениях в парах, межкультурных парах. Франклин, я училась не в Москве, я училась в Нижнем Новгороде, это большой город в России, и я училась на факультете французского языка. И потом я училась во Франции 3 года на бакалавре на специальности французский язык и литература, и потом магистратура еще 2 года в городе Лион. На специальности пиар, коммуникации. Мне очень понравилось. Но если бы я могла опять пойти в университет, я хотела бы изучать когнитивные науки, cognitive science, да, я очень хотелось бы, это очень интересно. Но сейчас можно много изучать в университете, да, языки, как русский язык, или, например, я смотрю в Ютубе курсы Стэнфорда, Стэнфордский университет показывает нам почти все свои лекции, да, это здорово, это невероятно, да. Джереми, 80% идут в университет, я не уверена, друзья, завтра я посмотрю, и опубликую, хорошо, потому что я не знаю, но я думаю, что это может быть, да, это очень высокая цифра. Да? Дорогие друзья, я вас жду всех в клубе «Русская дача», очень жду. Я хочу сказать, что в феврале клуб будет стоить дороже для новых дачников, потому что сейчас там уже много-много-много видео и материалов, да, поэтому в январе вы должны стать членами клуба. Я вас приглашаю. Пожалуйста, вступайте в клуб. Читайте мои статьи, слушайте подкасты, смотрите видео. Сейчас для дачников очень много новых видео. И подписывайтесь на меня в Инстаграме, в Фейсбуке, в Ютубе. Мне очень было приятно с вами поговорить сегодня. Я надеюсь, что вы узнали много нового. В Ютубе в понедельник будет реплей, запись этой встречи. Поэтому, если вы не все поняли, не все слышали, не смотрели начало, вы сможете посмотреть. Все, я вам желаю хорошего дня или вечера и до скорого. Пока-пока.